Добрий вечір, ми з України. Так, смотрите, не могу. Создан штаб по работе, создан штаб, куда входят все силовики, там, ДБР, прокуратура, стратегические расследования, МВД, патрульная полиция, СБУ, военная прокуратура, военная безопасность. И мы начинаем отрабатывать все криминальные случаи у нас на территории области. Мало того, будем это делать по всей области. За первый день насобирали там по 20 случаев. Все регистрируем в ЕРДР, все начинаем заниматься, прорабатываться. Махновщины не будет. Военные действия у нас развиваются, меняются быстро, перемещаются и так далее. Ничего не буду рассказывать. Они находятся пока не в Николаеве, то есть ну, подальше, в селах Туго. То есть мы позавчера эвакуировали там около 600 людей, починили электричество, там, газ и так далее. А опять занимаемся по второму кругу, все то же самое делаем. Гуманитарные грузы получаем, ищем коридоры для того, чтобы поставить на нашим жителям еду, воду, воду и... Еду, воду. Еду, воду. И товары первой необходимости. И, собственно, вот этим целым днем занимались. Много вернулось назад бумажной работы. Работы добавилось раза в три. Теперь я вот, если честно, вот только-только очнулся, что можно, нужно проинформировать. Но это того стоит. Также заработал, просчитываем логистику, запускаем бизнес. Сейчас там заминка была с бизнесом сегодня на блокпостах, потому что мы все остановили для того, чтобы ворованное ничего чужое не выезжало из области. Приходилось в ручном режиме делать. Но мы сейчас отладим эту систему, и бизнес будет ездить спокойно. Готовимся к посевной, готовимся к тому, чтобы люди были, которые могут заниматься посевной. Вот. А по военному у нас все больше и больше, а их все меньше и меньше. Даже на российских там этих пропагандистских каналах и то очень скромненько говорят о Николаеве, понимая, что здесь они получают щей. Вот. Сейчас посмотрим. Они вон собрались убегать, бегут, собрались экстренно, за собой все взрывают. Суки взяли и обстреляли село на выходе, то есть, чтобы люди не выглядывали. Нет. Ну вообще, ну подонки редкие. Ничего, мы предлагали по-хорошему идти без оружия. Не хотите, будем так догонять. Вот, итого. Сейчас время такое, давайте так, чтобы я не был привязан, потому что мне еще поработать. Будет настроение, еще выйду. А так, в принципе, готовьтесь к хорошему настроению и тихой ночи.